Всем привет! Сейчас у нас 27 марта 2020 года. На двух тракторах хотим поехать через лес. Есть поле. Его давно-давно не косили. Хотим посмотреть, в каком оно состоянии. Ну и заодно снимем. Поле с одной стороны было закрыто, то есть дорога, это старая дорога. Ее дорожники все выкопали, и оно как бы осталось окруженное лесом. Есть один проезд через лес. Ну, сейчас посмотрим, как он. Ну вот, заводим и поехали.
заросло. Вон до того леса был поле, а вот этот весь кусок все заросло. Охотники там привада. Какая напрямки? Вот труба, старая дорога. Вот за леском этому моту у Сереги косили. Вот там дорога, вон там заезд. Вот крестьянин. То есть это раньше дорога с крестьянина была, вон там в углу. А там есть выезд на асфальт. Ну такое есть, да, площадь? 150-200 рулонов может будет. Если так, да? Так видишь, какая дорога-то, как вывозить-то? Если только зимой. Сейчас проехали по лесу, попробуем через асфальт выехать. Да, Бим, поехали. Так что посмотрим, что у нас получится, где лучше дорога. Но здесь жесть, конечно, здесь ни с прессом не проехать по лесу. Не, так, побежишь, так, Бим? Поехали. Тяжеловато будет, сейчас только зимой. Такое вот препятствие. Сейчас попробуем проехать его. Игорь снимет. Чё-то даже не почувствовал. Даже не почувствовал. Отсюда будет тяжело вывозить, если только всю машинку подсыпать на подъем что-нибудь. Так будет тяжело вывести рулоны. Ну, зимой, в принципе, если. Выехали, все, домой. То есть от там заехали, здесь выехали. Понял теперь где? Какое поле?